Музыка их связала и привела к победе. Ульяновские школьницы стали золотыми призерами на региональных дельфийских играх. В дуэте девушки Василина Федорова и Виктория Дикова исполнили несколько руссконародных композиций и покорили мастерством игры на домре жюри. Помимо победы дуэта, музыканты заняли и призовые места в номинации «Соло», «Золото» у Василины, «Серебро» у Виктории. Чуть более десятка лет юные таланты постигают искусство игры на домре. За это время множество побед на различных конкурсах, гран-при и медали. Обе девушки – обладательницы губернаторской стипендии. Они так давно выступили вместе с Ульяновским оркестром русских народных инструментов. Нужно было выбрать дополнительный инструмент, и нам посоветовали пойти на домру, так как там хороший преподаватель и, в принципе, очень красивый инструмент. Вот так и началось знакомство с домрой, и в дальнейшем это переросло в нечто большее. Еще когда мне было 4 года, мы пошли на концерт русских народных инструментов, и как после первого произведения, там как раз были домры и другие инструменты, я как-то встала, то есть я была совсем маленькая, и я на весь зал кричу: «Я буду играть на этом и показываю на домру». Я планирую с этим связать свое будущее. Я планирую поступить в музыкальное училище и дальше играть в оркестре. В детской школе искусства имени Балакирева по направлению домра занимаются 10 человек, но желающих становится больше, благодаря в том числе положительному примеру других музыкантов, влюбленных в инструмент.